В Ярославле соревнуются кинологи. Они приехали из областей ЦФО, где расположены подразделения МЧС. Кинологи борются за звание сильнейшего в деле поиска пострадавших в катастрофах. Место для этого выбрано подходящее, рядом с элеваторами на резинотехнике. Евгений Полковников побывал там и узнал, на что способны люди и собаки-поисковики. Собаку, которая ведет поиск, кинолог, как правило, начинает приучать к этому щенком. Умение искать без ошибок приходит у собаки, когда она взрослеет, причем порода не важна. У кого лучше нюх и навык поисковика, решают судьи. Собака не знает, что ей за 7 минут нужно найти двух человек в завалах. Кинолог отдает лишь одну команду. Ищи. Собака, найдя, должна не уходить и громко сигналить. Есть другие способы обозначения, они более редкие, когда собака приносит так называемый брингзель, палочка, привязанная к ошейнику, и потом выводит кинолога. Это для нелающих собак. Чаще все-таки очень удобно и быстро. Это собака, которая лает. В соревнованиях участвуют 85 кинологов и собак. Их связку называют расчетом. Человек в нем главный, но общий успех может обеспечить только собака-поисковик. Проверка послушания и ловкости собак, поисками пострадавших в техногенных завалах, а также в лесу. Из этих трех параметров складывается общая оценка работы кинологического расчета в реальной чрезвычайной ситуации. В ней, чтобы спасти жизнь человека, порой нужно найти его за считанные минуты. Право на это кинологи и доказывают на испытаниях. Не все расчеты здесь профессиональные спасатели. Много волонтеров, которые учат своих собак тем же навыкам. А под грудами кирпичей и веток лежат живые люди-статисты. Для них молчок – правило. Его можно нарушить, но только на тренировке. Человек прячется, например, собака его находит, ну там, например, по выселу, лает. Лает, 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 лает. И в какой-то момент человек статист кормит собак. Молодец, он хвалит там вкусняшку там. Вот, собака радуется, положительное подкрепление. Главное для собаки найти завал, под которым лежит человек с точностью буквально до метра. От этого напрямую зависит жизнь пострадавших. А среди них могут быть дети, старики и женщины. Если будет указано не там, то техника придет, будет работать, а человек немножко в стороне. И могут задеть, повредить или не спасти вовремя человека. Поэтому точность обозначения, особенно в завале, важна. Когда соревнования завершатся, их участники получат сертификаты. Как подтверждение того, что кинологи и собаки готовы и могут спасти людей в чрезвычайной ситуации. Евгений Полковников, Максим Сушанов.